Привет, друзья! Добро пожаловать на наш канал «Находки монели». Сегодня речь пойдет о монете 1 гривна 95 года. Какая цена на сегодняшний день данной монеты? Я зашел на аукцион посмотреть, какая на нее цена, как вообще она сейчас продается. Цена на эту монету просела очень сильно. Если буквально пару месяцев назад эти монеты продавались по 700 гривен и больше, 750, то сейчас цена падает значительно, потому что сейчас у нас кризис в стране, карантин, общемировой кризис. В общем, спроса нету на данные монеты, и поэтому она дешевеет. Я посмотрел на аукцион, вот. Смотрите, эта монета, есть проходы, были уже по 500 гривен, 550. То есть она значительно просела. 598, 575. То есть сейчас ее цена от 500 до 600 гривен примерно. 590. 600. Там даже где-то видел проход был за 400 гривен данная монета, вот 440 гривен. В общем, такая ситуация сейчас на рынке данных монет. Временно она упала вниз, поэтому у кого есть деньги, то сейчас можно данную монетку закупить по выгодной цене, то есть проинвестировать немного на будущее. Так что, друзья, если имеете какие-то средства лишние, можно купить данную монетку сейчас гривен по 500 и подождать до Нового года, пока она подрастет в цене, и потом продать ее, заработать немного. Я думаю, это реально. Так что, друзья, вот такая информация для размышления. Все, спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Жмите колокольчик. Все, удачи всем. И не болейте.